23-летний джудоист из Монголии Отху Цецецингел показал очень хорошую форму на турнире Тель-Авив Grand Slam 2023. И стоит отдать ему должное, спустя долгое время он снова завоевывает золотую медаль, показывает хорошую борьбу. И хочу вам сказать, что сегодня все встречи завершены бросками, то, как вы любите, а еще большинство из них иппонами. Поэтому я считаю, что нужно поставить лайк, написать комментарий. И мы начинаем со второго раунда, в котором наш герой боролся против дзюдоиста из Польши в синем кимоно. И уже сейчас мы движемся к кульминации данного поединка. Прекрасный заход на бросок через бедро от Отху и иппон. Хочу напомнить для тех, кто, может быть, забыл, либо не знает, Отху тренируется в Японии в университете Тенри, именно в том университете, который представляет Оно Шохай. Как бы это странно не было, что иностранец тренируется в Японии, но тем не менее, да, он тренируется в Японии, конечно, выступает за Монголию. На ваших экранах четвертьфинальная стадия турнира, где Отху боролся против дзюдоиста из Германии. Конечно, очень неординарный дзюдоист, мягко говоря, Отху. Немного даже скандальный, я думаю, многие знают почему, но тем не менее, в этот день он показал очень хорошую форму. И вот на ваших экранах завершение четвертьфинала иппоном. Очень круто он изменил такую вот, сделал комбинацию, обманку. Уверенно вышел в полуфинал против Цезарино из Бразилии, и очень хороший этот бразилец. Есть у него какой-то запал, неплохо борется, и уже в последнее время частенько я вижу его на финальных стадиях соревнований, хоть сегодня он и без медали, но борьба заслужила внимания. Видите вы, что Отху выше своего соперника, кажется, так нависает на него. Маловатым выглядит Цецецингел на фоне своих оппонентов в данном весе. Когда-то он боролся в 100 килограммов, в 90 даже было. И вот здесь Отху зарабатывает иппон зашагиванием. Тем не менее, Отху выходит в финальную стадию турнира против опытного азербайджанского вице-чемпиона мира Ушанги Кукаури. Родом из Грузии, представляет Азербайджан. Ушанги тоже показал очень хорошую форму сегодня. И обратите внимание, в данном эпизоде в партере повозились борцы, и Цецецингел показывает, дает понять, что получает повреждения. И прямо на начале финальной встречи. Видимо, что он прихрамывает, и, конечно, неприятная ситуация, но тем не менее он смог встать и продолжить борьбу. И в данном эпизоде похожим броском, как в четвертьфинале, Отху зарабатывает в Азаре. Очень хороший бросок, быстрый. С координацией все в порядке. Изменил вектор направления атаки. И этого в Азаре ему хватает, чтобы стать чемпионом Grand Slam Tel Aviv 2023 и выиграть третью золотую медаль с турниров больших шлемов.